Новости. Из арендованных помещений на постоянное место жительства. Бюро медико-социальной экспертизы теперь находится в новом здании. Символичный ключ от их дверей вручили руководителю и главному эксперту края. Наконец-таки мы расположены в федеральном учреждении, собственность федеральная, и теперь оно соответствует не только по площади, но и по всем функциональным требованиям для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, для обслуживания лиц с нарушением органа зрения. И в планах мы постараемся еще оснастить звуковыми табло для людей с ограничениями по слуху. Здание по адресу Даваторцев, 29, приобрели в конце 2013 года. И спустя 4 года здесь появился новый современный центр медико-социальной экспертизы. Бюро оснащено высококлассным оборудованием, которое поможет с максимальной точностью выявить процент нарушенных функций пациентов. Также данные экспертизы в дальнейшем будут помогать врачам в лечении. Те условия, которые для вас созданы в этом здании, позволяют вам работать красиво, качественно, а самое главное – меньше уставать. Ведь сама работа, которую вы выполняете, она очень сложная. Это общение с людьми, у которых всегда есть проблемы. Это понимание этих проблем и решение этих проблем, самое главное. Но помимо того, что вы получаете комфортные условия, мы предоставляем тем людям, которые больше всего нуждаются в нашей заботе, возможность прийти в хорошо обустроенное помещение, в котором для них созданы все соответствующие условия, и получить грамотную, нужную им консультацию и ту помощь, в которой они все нуждаются. Во всем здании установлена система видеонаблюдения в местах, куда проходят пациенты. До конца года в бюро появится аудио-видеофиксация во всех экспертных составах. Это дополнительная безопасность самих сотрудников, а также пациенты смогут получить запись его освидетельствования у врача. Теперь вас найдут все, транспортная доступность прекрасная, я уже не говорю о вашей доступности к вам. Ваш опыт, ваш профессионализм помогает людям действительно обездоленным. Вам за счастьем не приходят, вам приходят за помощью, за советом. Мне очень хочется, чтобы каждый, уходя отсюда, говорил спасибо вам. Анастасия Петренко, Александр Погожев, АТВ «Ставрополь».